Всем привет, дорогие друзья, также подписчики моего канала. Сегодня у нас будет видеоролик о КСК. Так, мы сегодня будем снимать прострел опять же с Артёмом. Артём, поздоровайся. Всем привет. Ну, так вот, мы будем сегодня снимать прострелы. Вот, поэтому погнали, я думаю. Можно начинать. Так, первый прострел находится вот здесь. Вот становись сюда. Если наш человек сидит вот тут вот, то мы становимся вот по этой линии и стреляем вот сюда. Вот сюда. Давай. Встань. То есть, как мы понимаем, по вот этой линии. Так, теперь пойдем. Становись вот сюда. Если наш противник дальше сидит вот тут вот, вот, то мы становимся вот, вот тут вот, вот. И начинаем по нему стрелять. Вот, видите? Артём, не стреляй. То есть, вот, видите, вот тут вот, что вот тут, да, еще раз становись точно так же. Все, погнали, дальше прострел находится где-то тут. Идем, становись вот сюда, вот здесь вот, если у нас человек вот тут стоит, вот прям на боку, вот тут вот. Прям на бок, нет, на бок. Идем на бок. Да, на бок. Да на вот это. Не сильно. Вот еще чуть-чуть туда. Туда еще чуть-чуть. Все. Ну, примерно если. Нет, еще дальше. Дальше. Ну, дальше. Я скажу стоп. Все, стоп. Примерно если вот так вот. Раз. Вот. Я по тебе попадаю? Нет. Вот так вот, еще раз цель. Ну, примерно, если вот, вот тут вот, то есть, если вас, если ваш... вот тут вот надо же, встань вот так вот. Сюда иди. Вот тут я пометила тебе. Ну, примерно, где-то вот тут, если стоит противник. А вот так вот. Можно вот так. Идем дальше. Следующее место. Так, ну и следующее место находится вот здесь. Вот если вы знаете, то что персонаж находится где-то на коврах, вы быстренько бежите вот на эти коробочки. Давай, Артём, погнали. И где-то человек вот тут находится, например, где-то в углу. И вы начинаете стрелять. Отлично. Также можно вот эти вот места простреливать. Также они простреливаются. Вот эти вот все ковры, как бы. Вот они ковры, балкон, весь простреливается. Идем дальше. Так, ребят, следующее место находится вот здесь вот. Вы встаете, ну, ваш, например, противник стоит вот здесь вот. И давай, Артём. Он как бы у нас попадает и может так убить. Теперь меняемся местами, я покажу, как это должно выглядеть. И туда. И мы стреляем вот это вот окно. Как вам только вот удобно. Идем дальше. Следующие пойдут уже топовые, но последние. Ну и первый топовый прострел находится... где ковры? Становись. Где ковры? Где-то в прошлый раз остановился. Значит, если здесь, например, выглядывает где? Велик... Где? Ну, где последний раз остановился первый вот этот. Вот. Значит, становится сюда челик. Так, вот наш человек стоит на коврах. Он немного выглядывает, осматривает территорию. Ну, а мы летим вот сюда, вот, где КТ-база. Вот у террористов. Становимся вот, где эти провода. Вот, смотрим вот сюда ровненько. Дальше поворачиваемся. И стреляем вот сюда. Стреляем. Может даже вот так чекнуть.
Я попадаю? Нет. Странно, сейчас. Вот, странно. Сейчас, стой. Если у вас так не получается, попробуйте вот здесь вот. То есть, тут два ваших варианта есть. Попадаю? Нет. Странно. Короче, вы должны стадии провода. Первые. Смотрите ровненько. Прям ровненько. Прижмитесь к ним. Всё, стой, 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 стой там. Да? Да. Вот так вот мы простреливаем. Идем к следующему прострелу. Это уже Артема прострел. Погнали. Так, я остановлюсь. А ВПД мне? Где же ВП? Значит, если я выглядываю и стою вот тут, то меня можно прострелить. Ну, все, как бы. Сейчас меня прострелили. И переходим к самому крутому прострелу. Значит, если вы знаете, что тут кто-то сидит, вот тут вот, то вы здесь встаете. Там, где, помнишь, вот так. Вот сюда ты встань. Где ты пошла, остановилась? Не садись. Зачем ты сел? Ну встань, как ты прошла, остановился, Артём. Значит, вот встал. Знаете, персонаж встал. Он или в стену, куда хочет. Смотрит, писается. Тут уж это никак не имеет значения. Дальше мы летим сюда. Видим здесь дверь. Правильно? Вот, вот наша дверька. Что мы должны сделать? Мы целимся вот сюда примерно. Вот к этой дверке приходим, прижимаемся. Примерно вот сюда стреляем. Встань сюда, куда летела пуля. Потому что я точно не помню, куда стрелять. Но... Ну-ка, стреляй. О, так, ну-ка. Блин, она как-то уже высоко летит, знаешь. Тоже, ну, пониже чуть-чуть, пониже. Вот так? И еще немножко. Вот так? Ну, да, вот так. Блин, но все равно высоко. Еще ниже. Ниже. Вот, ну, да, вот так. Вот, теперь здесь. Вот так вот. Цельтесь, можете пониже, можете пониже. Желательно вот сюда. Идем дальше. Так, ну, следующее место находится здесь, если здесь... Стоит кто-либо, вы можете его легко прострелить. Становимся сюда впритык и целимся ниже вот этой вот затворки. Точнее, посередине. Примерно куда-то вот сюда. Не стреляй. Все очень даже легко. Теперь становимся на место этого же персонажа. Пробуем так. Дай мне его попробовать. Теперь как это выглядит от лица такого человека, который стоит около... Вот это вот машина. Давай. Ну, вот так нас убивают. Очень легко и просто. Где ты уже? Это уже с места преступления скрылся. Ну, какие-то вот такие вот прострелы сегодня были. Если понравилось, подпишитесь на канал, поставьте лайки. Ну, на этом все. Всем удачи и всем пока, ребят.